есть три уважаемые профессии, которые всегда были и будут в цене. Это учитель, почтальон и доктор. Доктору мы доверяем свою боль. Он всегда знает, что делать. Уверенный, грамотный, сострадающий и, безусловно, тактичный. К такому всегда выстраивается очередь. Очередь эту принимают в регистратуре. Это лицо и путеводитель больницы, поэтому мы здесь в самом начале пути. Проект «На здоровье» – это история, мысли, память. Это настоящее и будущее Березовской районной больницы. В этом году ей исполняется 175 лет. 175 лет здравоохранению Березовского района. 175 – это много или мало? Сколько всего произошло за эти годы, трудно даже представить. Менялся строй, быт, сменилось 6 поколений жителей. Но это и есть та неотъемлемая часть истории становления медицинской помощи в Березовском крае, которая навсегда останется в памяти людей. В 1835 году в Березово была открыта первая городская больница в двухэтажном здании. По информации Андрея Головина, до обозначенной даты в районе уже существовала фельдшерская служба. Если говорить более конкретно, то в 1811 году встречается первое упоминание о том, что в городе имеется из медицинских чиновников только лекарский помощник. Возраст Березовского здравоохранения около 200 лет. Несколько десятков лет Андрей Алексеевич Головин собирает буквально по крупицам информацию о Березовской больнице. Он помнит наизусть все даты, все имена, все события в истории районного здравоохранения. Все мы знаем, что Березовская больница функционировала в нескольких зданиях. На самом деле, адресов у нее было гораздо больше. По моим подсчетам, было 5 зданий. Первое, значит, было построено в 1825 году Енорочская больница, но ее, по последним данным, это только узнал я, а до этого не знал. Вот, а в 1847 году это здание уже было неотапливаемое, потому что печки не работали, нужно было ремонтировать. 175 лет – это огромный пласт. Это сотни лиц, историй и событий. В планах у Андрея Алексеевича выпустить еще одну книгу, которая более подробно и более красочно поведает нам о Березовской больнице. Материал собран, он на диске уже, но нет возможности, нет денежных средств. Куда ни обращался, мне никто не помогает. А вот первый раз, когда вот первый раз Кисляченко помог. Это был главой администрации района Николай Николаевич. Вторую мне помог наш депутат окружной думы Завальный Павел Николаевич. Вот, выпустил. А третью я, вот обобщенную, не знаю. Дума есть такая, вот так вот с детьми поговорил. Может быть, мы соберем помаленьку и пойдем к Александру Георгиевичу в типографии, договоримся и несколько, ну, десяток выпустить для себя. К большому сожалению, сейчас немного осталось тех, кто отдал службе здоровья большую часть своей жизни. Клавдия Вадерова проработала санитаркой операционного блока 50 лет. Сейчас ей 80, но она помнит каждый день своей работы в хирургическом отделении. Не считались санитарка, сестра, не сестра, все вместе все делали. Все дружно делали. Вот сестра стоит у стола, и раз она уже вышла замуж, и уморок. Я стою, помылась и встала, и даю инструменты. Клавдия Николаевна была главным и верным помощником у 13 хирургов. 12 человек было у меня, хирургов. Шибко много было, и Кулаков, и вот после Фурмана Кулаков, и Чернецова, и Ванькин, и всяких навалом. Георгий Артемович очень хороший, он приехал студентом сюда, парнишкой приехал, работал Берсенев работал, он приехал. Тоже молодой совсем, он очень опытный, очень хороший, это Богом послатый хирург. Она всю душу отдавала работе, и это добро возвращалось ей сторицей. За безупречный многолетний труд Клавдия Вадерова отмечена различными наградами и медалями.
Уже давным-давно, как потребность милосердия, у человека возникла необходимость оказывать помощь страдающему. Это чувство существует и поныне. Поэтому большинство нас, обывателей, считают, что скорая – это самый массовый способ оказания неотложной помощи. Есть мнение в народе, что скорая – это либо медики «пришел на время и остался», либо чистые энтузиасты, которые не только таблеткой или инъекцией, но и теплыми руками могут лечить. Обычный день станции скорой, но нестандартный по составу бригады. Собрались несколько поколений фельдшеров. Андрей Головин – один из самых первых сотрудников скорой. Его база была в двухэтажном здании со стороны Быстрицкого. Сейчас уже внутрь не заглянешь. Люди живут. Когда мама умерла в 43-м году, и она умирала у меня, как говорится, на руках, и я был еще пацаном маленьким, и я сказал, что я буду доктором. Ну, доктором я и стал. В медицине не оказывается случайно. Это либо мечта с детства ходить в белом халате, или показательный случай, когда было суждено потерять близкого. Как у спасателей, у этих людей есть причина считать не спасенные жизни, а потерянные. Зачастую счет этот начинает расти еще до училища. Пришли на родительский день на кладбище и говорят, вот этого Подрезов лечил, этого Мальга лечил, этого Головин лечил. Ну, это шутки, но, наверное, есть доля правды есть, что не могли оказать. Бывает. Вечный напарник, который рядом и в дождь, и в пургу, верный водитель. Иван Назарыч, здесь его просто называют Назарыч, это путеводитель по поселку. Нет места, где он не побывал. Сейчас он с нами, в салоне так называемой таблетки. Едет в гараж, увидит своих бывших железных лошадок. Здесь даже лучше еще. Здесь в другой раз народу много. Везут, разговариваешь, а там только смотришь за дорогой. Так в конце каждой смены водитель смотрит машину, чтобы следующий уже мог только прыгнуть за баранку и повернуть ключ. И полетело 03 на очередной вызов. Пойдем в гараж. Пойдем в гараж, Саня. Пойдем в гараж. Раньше ничего не было. Это ничего не было. Ни рации, ничего не было. У нас 469-й газ, или у вас как его звали? УАЗик? Ага. Вверх брезентовый. Холодина. Там не машина, как. А сейчас-то что? Опытный Назарыч и нынешний водитель скорой Саша машину осмотрели. Все как никогда хорошо, хоть сейчас на вызов. Так и получается, не проходит и нескольких минут, как на понимающий 03 раздается звонок. Скорая? Здравствуйте. Пишу. Так. Шнайдера. 40. Квартира 3. Возраст 65. Хорошо, ожидайте. Так, где наша книга? Так, какой номер-то у нас? 97-й. Несколько минут на сборы, и бригада знает адрес, где предстоит вновь столкнуться с болью. Повод 15-й. Человеку требуется медицинская помощь. Прозвучало ключевое слово «плохо». Причина неизвестна. Бригада собирается, и через 5-7 минут она уже на вызове. Уже в машине фельдшер, врач уже в голове обрабатывает. Ага, такой-то больной. Что же ему, значит, он продумывает уже цепь. Продумывает, что он будет ему вводить. Как он будет должен отреагировать на ту или иную инъекцию. Ну, это, я не знаю даже, как можно. Это очень сложно, но скорая помощь есть скорая помощь. Вот она и называется, она скорая помощь. Куда-то еще менять что-то, я не знаю. Я больше, как говорится, кроме оказания скорой неотложной помощи, ну, практически в другой сфере производства не пригожусь, наверное. Есть у каждого свои воскрешенные люди. Мы никогда этого не считаем. Мы любой вызов считаем, как бы сказать, для того, чтобы спасти жизнь человека. Мы не знаем, что нас ждет действительно на вызове. С чем нас встретят? Или с улыбкой, или с кулаками, или будут кричать на нас. Потому что у нас и такое бывает, что мы человека спасли, так сказать, оказали им помощь.
А потом он мимо пройдет тебя и даже как бы и не заметит, что это, да? Это у нас часто бывает такое. После вызова дома на базе уже ждут книжки по медицине, знакомые байки, а еще то, чего сделать в выходной дома просто не удается. Джемпер за несколько суток на дежурстве – это обычное дело. Еще здесь небывалое скопление чайных вкусов и черного кофе. А чайник почти всегда только что вскипел. Литра три. И кружка книжки. Вниз это не считали сутками. Не вызывайте скорую по пустякам. 03 – это номер для экстренных случаев. К ним не относятся мозоль от новых туфель, насморк или депрессия. Пока квалифицированные люди с медицинским образованием будут лечить ваш насморк, они могут не успеть к тому, кто действительно нуждается в их помощи. На одной ставке есть нечего, а на двух некогда. И даже когда медик не в смене, он все равно забегает сюда поздороваться и поболтать. А сдав смену, еще 2 часа сидит за чаем. Скорая помощь – это точка отсчета адекватности происходящего. Это высота, с которой видно все слишком хорошо, чтобы питать иллюзии. В Березово родильный дом построен в 1917 году и в этом же году открыт на 5 коек. Это первый родильный дом на Обском севере. Роддом размещался в здании, в котором в настоящее время расположена служба скорой помощи. В 70-х годах был сделан пристрой, а в 90-х – капитальный ремонт здания. Что такое роддом? По определению, это медицинское учреждение, где оказывают помощь женщинам при родах в дородовой и послеродовой период. Согласитесь, звучит сухо и как-то по-книжному. Березовский роддом – это дом тепла и доброжелательности, уюта и большой ответственности за судьбу маленьких березян. 30 лет дружный коллектив родильного отделения не меняет своего состава. Бывает, что что-то дома не ладится, он приходит, сотрудник. Конечно, это может сказаться на работоспособности и на всем. Но если действительно знаешь проблемы, то можно как-то изгладить это все и как-то понять человека, помочь. И поэтому, конечно, возможно, вот это все в совокупности производственной тоже бывают всякие проблемы. Где-то можно замечание сделать тактично как-то человеку, как-то сгладить какие-то углы. Может, вот это все и держит, в общем-то, коллектив так долго, в долгое время. От того, как пройдут роды, зависит жизнь и здоровье малыша и матери. Ведь это своего рода искусство, искусство ухода за женщиной, в котором персоналу роддома необходимо сделать все возможное для физического расслабления и духовного спокойствия матери. Самое главное – женщин, доверие женщины к тебе. А чтобы его заполучить, нужно самим быть добрым. Диетсестра составляет, мы только кормим женщин, но у них разное настроение. Беременна с такими настроениями, родившая с другим, надо помочь, не может же сразу встать, кормим на месте. В любой ситуации команда врачей, акушерок, медицинских сестер и младшего персонала родильного отделения действует профессионально и сплоченно. Был такой случай у нас, что потребовалась женщине экстренная операция. Вот. Это все выявилось совершенно все неожиданно. Вы знаете, мы буквально за несколько минут развернули операционную наверху, и мы буквально за несколько минут доставили женщину туда. То есть там у нас уже просто не то что минуты, секунды решали все это. Слава о Березовском роддоме разлетелась далеко за пределы поселка. Акушерки родильного отделения принимали в свои руки более 7 тысяч младенцев, начиная с 1982 года. Приветных слов нет, когда женщина плохо рожает. Я всегда говорю: Господи, чтобы Бог помог ей, не мне, а женщине, чтобы помог. Мое дело же только помочь ей, а рожает сама женщина. В Березово детское отделение было открыто в 1952 году на 15 коек. В том же году открыта и детская консультация в здании бывшей больницы. Она имела 3 кабинета и комнату ожидания, а также регистратуру. В 1982 году на 25 коек открылось детское отделение в новой больнице. Дети обладают уникальным даром создавать вокруг себя атмосферу гармонии и уюта, даже если они находятся в больнице. Работа в детском отделении отличается от работы в других отделениях тем, что здесь маленькие дети. Вот, и к ним нужен особый подход, индивидуальный подход. Здесь дети лежат без родителей очень часто. И мы им заменяем как бы родителей, маму, папу. Вот, и поэтому мы должны быть как бы родителями и воспитателями для тех детей, которые без мамы здесь находятся. Даже мы должны быть как юристами, даже порой психологами.
Кстати, детское отделение располагает 10 круглосуточными палатами и 5 помещениями для дневного стационара. Для своих подопечных персонал очень старается воссоздать атмосферу дома. Праздники для детей мы в основном так устраиваем, ну, Новый год. Новый год у нас всегда елка, подарки, приходят спонсоры. Мы сами наряжаемся Дедом Морозом, Снегурочкой и водим хоровод вокруг елки. Вот. Но ко дню защиты детей стараемся, кто чем может, игрушки принести, книжки там принести. Ребенка нужно, прежде чем ему поставить какую-то процедуру, мы с ним знакомимся. Я ему говорю, как меня зовут, как спрашиваю, как зовут ребенка. Объясняю ему, что эта процедура безболезненная, что укольчик это вот как комарик укусит. Вроде дети как успокаиваются. Настроение этих маленьких пациентов зависит от доброжелательности и душевной теплоты персонала. И этими качествами обладает каждый, кто работает в детском отделении. Терапевтическая помощь в Березовском крае оказывалась со дня открытия больницы, то есть с 1835 года, хотя в это время было всего 10 коек на отделении. В палатах терапевтического отделения идет лечебный процесс, для глаза стороннего наблюдателя почти незаметный. Сюда поступают пациенты с самыми разными патологиями, поскольку отделение общей терапии. Так как пациенты у нас одни и те же лежат, мы уже знаем всех каждого, у кого, кому как подходить. У кого какое настроение, какие слова сказать, как им объяснить, вот это так делается, надо туда сходить, надо такие анализы сдавать. Они тоже знают уже нас, тоже так же подходят, спрашивают, мы им объясняем, что и как. Особое внимание хочется остановить на работе медицинских сестер. Порой, как за маленьким ребенком, им нужно следить, чтобы взрослый человек ел и спокойно спал. Все знают, что дома такие обязанности лежат на мамах. Но здесь надо проявлять особую заботу, строгую, требовательную, которая поможет быстрее поставить человека на ноги, вселить в него уверенность в собственных силах. Если делаем инъекции, ставим капельницы, даем таблетки не самые сладкие и вкусные. Выносим судно, перестилаем постель, кормим больным. Это не самая приятная работа, но она нужна, и кто-то ее должен выполнять. Когда выписывают очередного пациента, персонал терапии ему вслед обязательно говорит такие слова. Не болейте, болеть не надо, но в гости приходите. Началом хирургической помощи в Березово можно считать апрель 1901 года, если взять за основу сообщение корреспондента «Сибирского листа», которое гласит: «В городе Березово врач Штенберг Айрон Яковлевич вместе с двумя приезжими врачами провели операцию лапаротомии». Но вернее всего нужно считать, что хирургическую помощь стали оказывать постоянно с момента приезда врача-хирурга Александрова в 1937 году. Самое главное в работе хирургического отделения – это внимание, большой труд и забота о больном. Не один врач вылечивает, пациента выхаживает всем коллективом. У нас уже коллектив практически по 30 лет работаем вместе, по 25 может быть. Иногда даже операция у нас проходит без одного слова, просто взгляд. Работа ответственная, и больной же лежит перед тобой. Конечно, ответственность большая. Как вы с этим справляетесь? Вот прооперировали, больной начал ходить, значит, все хорошо прошло. Очень часто врачей и медсестер хирургического отделения вызывают на работу в праздники и в выходные дни. Поэтому жизнь у них разделена. 2/3 своего времени они проводят на службе. На протяжении многих лет бывают моменты, что тяжело, устаешь. Разные ситуации, потому что и с больными людьми, и с коллектив ситуации разные. Вроде думаешь, господи, да надоело, зачем мне это все надо? А прошло какое-то время, все, вся душа здесь. Здесь не терпят тех, кто работает без души, механически. И если честно, тут так и не получится. Если эти люди в белых халатах не будут отдавать свои силы на здоровье своих пациентов, то хирургия перестанет быть самой хирургией. Но настоящие березовские хирурги этого не допустят. В 1941 году было открыто инфекционное отделение, которое размещалось в бараке. За годы советской власти борьба со всеми инфекционными болезнями проводилась успешно. После войны в Березово работали 2 санпропускника. И только в 1963 году открывается инфекционное отделение на 25 коек.
Инфекционное отделение имеет свою особенную атмосферу. Здесь соблюдение чистоты и стерильности – не просто обычное следование инструкции, это норма для защиты своих пациентов, которые проходят здесь курс лечения. Сегодня в инфекционном подразделении трудится целый штат ответственных и исполнительных медицинских сестер, которые признаются, что на работе чувствуют себя как дома, потому что коллектив подобрался хороший. Коллектив у нас слаженный, уже мы все работаем много лет, по много лет все работаем, мало вот у нас только... Люба Пугачева тут с нами 3 года, а остальные все по 15, по 20 лет уже работают. Ну, коллектив хороший, но в коллективе тоже все бывает, все бывает. И как удается сглаживать? Сглаживаем. Как? Всякое разное. Может, неправильно говорю. Ну, все бывает. Где-то старшая нас тут это поговорит с нами, Тамара Алексеевна Чеснокова. Ее сейчас нет, она в отъезде. Татьяна Григорьевна. Планерки у нас бывают. Сотрудникам здесь предъявляются особые требования к профессиональным навыкам и внутренним качествам души. Чтобы быть внимательным больным, тактичным, доброжелательными, потому что поступают они с разными всякими заболеваниями, и чтобы не разглашать врачебную тайну. Признаемся честно, было бы хорошо, если бы у медицинского персонала этого отделения совсем не было бы работы и все палаты стояли пустые. Но, к сожалению, пока нет такой инъекции, которая избавила людей от всех инфекционных заболеваний. Огромное количество врачей, среднего и младшего медицинского персонала трудится в отделениях Березовской больницы. Мы не можем не упомянуть о таких подразделениях, как поликлиника, дерматовенерологическое отделение, лаборатории, узкоспециализированные кабинеты, рентгеновская служба и многие другие. Все эти отделения важны, но о них мы расскажем вам в следующий раз. Сейчас мы находимся в кабинете главного врача Центральной районной больницы. Мы проведем небольшое блиц-интервью. На вопросы ответит главный врач больницы Виктор Николаевич Рыбалко и заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Вера Владимировна Баранова. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, с какими результатами вы сейчас выходите на свой юбилей? Ну, я надеюсь, что юбилей наш все сотрудники, ветераны, ну и приглашенные встретят в первую очередь с хорошим настроением. То есть у меня вот самое главное, что настрой какой, это с хорошим настроением. Второе, я опять же отвлекусь от нашей медицинской составляющей, это наша команда «Айболит» с нашими спортивными результатами тоже достигает определенных успехов. То есть за 175 лет в последние годы создалась такая команда, как «Айболит» спортивная, которая участвует в соревнованиях и даже занимает призовые места. По прошлому году она заняла в общей спартакиаде 2-е место среди трудовых коллективов. Очень серьезный результат для молодой команды. А если говорить о нашей текущей работе, медицинской работе, что мы делаем ежедневно, я считаю, что вот то, что за 175 лет больница Березовская не утратила, а наоборот приобрела, во-первых, кадровый потенциал. То есть на сегодняшний день мы оснащены современным медицинским оборудованием, укомплектованы практически всеми специалистами, в том числе узкими специалистами. Вот в свое время даже как у нас был дефицит в педиатрах, в терапевтах, то сегодня у нас есть онкологи, эндоскописты, ультразвуковая диагностика, маммологи, ну точнее специалисты по диагностике маммографии так называемой. Ультразвуковая диагностика, у нас владеют этим методом Березово 4 врача. Ну, 3 из них сертифицированы. То есть это очень серьезный результат для вот Березовской районной больницы. Ну, а если говорить о объемах медицинской помощи и о количестве лечебных учреждений, входящих в состав Березовской больницы, это около 46 подразделений входит в состав Березовской районной больницы. Вера Владимировна, какую эксклюзивную медицинскую помощь можно получить в Центральной районной больнице? Операции, которые раньше только могли сделать в городе Ханты-Мансийске, это ляпароскопические. Это вот у нас 2 года, как мы уже внедрились. Раньше к нам приезжала окружная больница делать операции, сейчас мы их делаем сами. Второе, мы делаем операции, анестезиологическое пособие, такое как передуральный наркоз, обезболивание женщины при кесаревом сечении, то есть женщина у нас в сознании находится, только ничего не видит и не слышит, слышит все, но не видит, да, и слышит плач, первый плач своего ребенка. Ну, еще что у нас эксклюзивное? Да, УЗИ сердца.
Эхокардиография, это вот только-только у нас сейчас внедрилось, это тоже новенькое, мы проучили специалиста у нас. Нейросонографию детям до года и в роддоме мы можем, уже имеем такую возможность сделать. Раньше у нас тоже такой помощи не было. То есть это вот то, что новое. Врач-травматолог, ортопед. То есть мы многие операции, если раньше мы и какую-то помощь такую травматологическую оказывали и отправляли какие-то другие лечебные учреждения, мы сейчас все это делаем у нас. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, насколько кадровый состав соответствует нормативам и есть ли они вообще таковые? Ну, здесь нужно так сказать, что Министерство здравоохранения, вышестоящее наше как бы министерство, у него свои нормативы, и оно нас, наоборот, так скажем, критикует регулярно за то, что наше обеспечение Березово превышает те нормативы, которые нам положены. Они говорят, вам на вашу душу населения не положено столько-то врачей, условно скажем, акушеров-гинекологов, врачей-эндоскопистов или эндокринологов. У нас как раз превышает все среднероссийские нормативы численный состав врачей и их, скажем, специальности. Поэтому мы здесь как раз выше норматива обеспечены, чем нам рекомендуют документы Минздрава. Что касается нацпроекта здоровья, какое значимое мероприятие вы можете выделить вот, согласно этому проекту? Все мероприятия, которые реализуются в рамках нацпроекта, они все значимые. То, что не было у нас, у нас есть диспансеризация населения, именно не было диспансеризации работающего населения. Не было углубленных медицинских осмотров работников, связанных с вредным производством. Неонатальный скрининг новорожденных расширился. Если мы раньше отправляли только на 2 заболевания, сейчас мы отправляем на 5 врожденных заболеваний новорожденных. И уже есть у нас один случай выявленной патологии. То есть это вот на более раннем, только человечек родился, уже у него обнаружили, и уже можем предпринять что-то и лечить этого, и наблюдать, и как-то, и даже вопросы питания этого ребенка. Дальше. Это родовые сертификаты. Сейчас женщина со своим родовым сертификатом может получить помощь в любом уголке Российской Федерации. Поехать, и где ей пожелает она родить там или наблюдаться, она может туда поехать. И обследование этой женщины, и само течение родового периода, вот это вот все, то есть дают родовые сертификаты. И опять же мы в рамках этого проекта повышаем заработную плату наших врачей-специалистов, покупаем расходные материалы на эти деньги, то есть мы опять же имеем возможность что-то там еще приобрести дополнительно, то, чтобы наши пациенты не так страдали, и было все у нас в достаточном количестве. Не только за бюджетные средства. И еще, конечно же, это мы получили за вот время с 2006 года 16 видов медицинского оборудования. Можете назвать некоторые? Это лабораторное оборудование, это УЗИ-аппараты. У нас есть экспертный вариант, на котором сейчас у нас врачи работают, и они на другом уже не хотят работать, на каком-то другом. Потому что это, наверное, эксклюзивная такая помощь, да, которую и возможности другие. Санитарный транспорт мы получили, 3 новых машины. Мы получили машину участковую для работы участковой службы. Скажите, пожалуйста, проявляет ли больница собственную инициативу в оказании медицинской помощи? Если да, то какую? Ну, я так с историческим составляющей тоже, значит, что за 175 лет, конечно, ну не ЦРБ, а просто Березовская больница, конечно, проявляла ряд своих инициатив, в результате которого становилось вообще здравоохранение в Березовском районе и медицинская помощь на территории Березова, опять же, за 175 лет. Но самые такие для меня, которые памятные, это, конечно, вот, допустим, становление фтизиатрической помощи на территории Березовского района и поселке Березово. В 1964 году был построен впервые, вернее, не построен, а одно из помещений было отведено под противотуберкулезный диспансер. То есть потому что была достаточно высокая заболеваемость туберкулезом и среди народов Севера. Так вот это была инициатива Березовской больницы, чтобы в ее составе было, значит, противотуберкулезное отделение тогда. Потом он стал самостоятельным окружным учреждением противотуберкулезный диспансер. Такая вторая инициатива, может быть, тоже, это вот та же самая санитарная авиация, которая сформировалась, опять же, по инициативе, в том числе из Березовской больницы, она стала, развивалась, вот сейчас тоже самостоятельное учреждение. На сегодняшний день я считаю, что ведь Березовская больница, она ведь не только как больница работает, она еще и задает тонус всем другим учреждениям района. То есть она их в свое время являлась учредителем. То есть были созданы сеть
больниц на территории Березовского района. Вот. Все строительства, все новые объекты – это тоже инициатива Березовской больницы. Вот. Но а то, что сейчас, какие мы методы… Вообще, я вам скажу, что часто мы, наоборот, ставим задачу сохранить то, что мы когда-то в свое время заработали. Допустим, профилактические осмотры населения с помощью передвижного флюорографа. Угу. Так вот, для нас это сейчас не забытое старое, а это всегда у нас существовало, но мы очень заинтересованы, чтобы это не ушло в прошлое, когда передвижной флюоромобиль, это инициатива Березовской больницы, передвижной флюоромобиль ездит и смотрит население и выявляет в ранней стадии патологию. То есть это вот инициатива Березовской больницы. Ну вот, как Вера Владимировна говорила, эндоскопическая лапароскопия, то есть это операции, когда не делается разрез, допустим, на животе, да, а с помощью туда, значит, проколов происходит лечение. Мы очень заинтересованы в таком развитии метода лечения, как эндоскопическое тоже, значит, методы лечения. То есть тоже, когда с помощью современного оборудования можно, не повреждая там, скажем, ткани человека, проникнуть внутрь какого-то органа и оказать, ну, пролечить больного. То есть вот с такими инициативами, конечно, регулярно выходим. Надеюсь, все у нас получится. До 75 лет. Это деревянное отделение с кипяченой водой в начале, а сейчас современные комфортабельные корпуса. Что будет через следующие 175? Наверное, люди забудут о заболеваниях, потому что в детстве им поставят прививки от онкологических и других страшных болезней. Быть может, за ночь, когда пациент будет находиться в специальной пижаме, она вылечит его за несколько часов. Медицина станет доступной на расстоянии. С помощью современных технологий, пульс пациента, давление и другие жизнеобеспечающие показатели врачи будут знать без физического присутствия человека. Лечение будет проводиться не горькими таблетками, скорее всего, не будет и уколов. Лекарства станут вкусными конфетами. Но главное, будет чистая вода и воздух, а люди станут заниматься физкультурой и не будут болеть.